прихожая, весь музыкантный могут проиграть деньги в Xbox, отдохнуть перед репетицией, попить чаю, кофе и пообщаться с другими группами. Тут у нас обитель администратора и хранилище инструментов постоянно репетирующих групп. Это коридор, соединяющий два зала. Здесь можно ходить, подслушивать чужие гениальные музыкальные идеи. Здесь же есть свой туалет, например. Это наш оранжевый зал. Забегу вперед и скажу, что оба наших зала совершенно равноценны по оборудованию. Тут можно играть абсолютно любую музыку. Тут стоит немецкий ламповый монстр Engel Powerball. На нем легко рулится вся современная хоггейная жесть и волшебный прозрачный чистый звук. В сочетании с фирменным же кабинетом звучит просто потрясающе. Тут стоит P5150, легендарный усилитель. Был разработан еще в каменном веке с помощью Эдди Ван Халена. А сейчас его любят дедкорщики, металкорщики. И стоит он на очень крутом кабинете. Петербург – это локальный кабинет. В нем очень-очень много дерева. Мы его еле водрузили на эту табуретку. И, кстати, о табуретках. Они очень помогают звуку. Потому что если кабинет поставить на пол, настоящего гитариста будут долетать только куски звука. Средние частоты теряются. А с табуреточки в миксе все звучит очень вкусно. Для басистов здесь стоит Гален Крюгер, а на нем можно нарулить очень-очень много разнообразного звучания на любой вкус. Аппарат очень мощный, тут 700 ватт, так что в миксе бас никогда не потеряется. Тут стоит ударная установка Tama с четырьмя томами. Модель Superstar Custom, сделана она из березы. Для барабанщика тут есть свой монитор, в него можно собрать личный микс под предпочтение барабанщика. А в зале тут стоит очень мощная и качественная линия. Это акустика с сенсом, с сабвуфером. Общая мощность тут безумная, 2,7 кВт. Микшер стоит тоже с сенсом. Тут куча каналов, эффекты для вокалиста. Ну и по микрофонам у нас в зале классика, шурики 58. И есть очень клевый Sennheiser. В этом зале есть кондиционер, сплит-система. Также работает приточно-натяжная вентиляция. Так что всегда есть свежий воздух. В этом зале такая же линия Samsung, как в оранжевом. Такой же кондиционер, сплит-система и та же самая приточно-вытяжная вентиляция. И еще тут очень уютный уголок с диванчиком. Тут у нас стоит любимый многими басистами Mark Bass Little Mark 800. Тот случай, когда не стоит сидеть по размеру. Здесь вообще-то целых 800 ватт. Для береза ненавистников в этом зале стоит очень крутая ударная установка из клена. Yamaha Stage Custom. Очень сочно и плотно звучит. Я где-то читал, что это самая популярная в мире ударная установка для записи. А здесь мой любимый четырехканальный усилитель Petersburg. Это локальный питерский производитель. На их усилках играет сам Джимми Пейдж. О, реально очень круто звучит. Особенно в связке с фирменным же кабинетом Petersburg. Второй гитарный усилитель в этом зале Mesa Triple Rectifier с фирменным же кабинетом. Можно сказать, это золотой стандарт для тяжелой музыки. Все отлично знают этот усилитель. И важно отметить, что у всех наших гитарных усилителей есть фуд-свечи. Хочу пригласить всех питерских музыкантов хоть раз заглянуть в репейник. Уверен, что мы сможем порадовать вас комфортными условиями, крутым аппаратом и уютом. Так что подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, звоните, приходите и наслаждайтесь. Вы музыкант и достойны этого. Ну, наверное, ты знаешь, что я играю на гитаре в паре питерских групп. Конечно, пришлось побывать на всех точках, которые есть в городе. Была, разумеется, пара-тройка бас, на которых нравилось, но когда на тех точках было занято, приходилось записываться на другие. Но там удалось узнать и прочувствовать темную сторону. Такие рип-точки, за них все еще нужно платить деньги. Всего на пару сотен рублей меньше, чем за нормальную точку. Но там уже, разумеется, нет ламповых усилителей, нет кондиционеров. Душно, тесно. Когда появилась идея открыть новое репетиционное пространство в Питере, то я понял, что это не только должно быть прибыльным бизнесом, но я хочу еще сделать мир намного лучше. Было решено ориентироваться на уровень лучших репточек Москвы и Питера, ну и по возможности исправить их недочеты.